Всем привет, Кент на проводе. Сегодня мы будем играть в замечательный раннер под названием Run Bottle Run. Сюжетная линия в данной игрушке очень проста. Мы потерпели авиакатастрофу и после падения нас выкинуло на безлюдный остров. Как видим, наш главный герой очень сильно ударился головой, потому что он рыбачит на пустой крючок. И у него еще нет глаз, у него вообще двойная проблема. Единственная его надежда на спасение — это вот эта вот бутылочка. И, конечно же, этой бутылкой будем играть именно мы. В данной бутылке он написал родителям, что он все-таки не долетел по обмену с студентами и что ему потребуется помощь. Также тут есть много препятствий, есть такие вот чайки, которые нас пытаются сожрать, негодяи. У человека горе, а чайки пытаются всегда нажиться на чем-то. Я помню, когда-то что-то хавал-хавал, у меня чайка прям с руки пирожок вырвала. Вот тут может быть такое же самое, только с бутылкой. Вы видели? Ух, какая негодяйка. Ой-ой-ой. Ну что, прости. Прости нас, уважаемый друг. Но, кажись, тебе придется еще лет 10 пожить на данном острове, потому что мы тебя не смогли спасти. Также тут можно выбирать. Тут большой выбор персонала. То есть можно вместо бутылки, допустим, запустить вот эту вот утку. Правда, ей потяжелее управлять, но тоже можно. Ты что, перевернулась? Я думаю, что данной уточке будет очень холодно на Северном полюсе. Еще у меня такое впечатление, что наша утка не в том направлении пошла. Ну, это ничего страшного, бывало и похуже. Ладно, ребята, вот такой вот вышел у меня обзор. Если вам понравился, ставьте лайки. С вами был Кент. Всем пока.